Курскатомэнергосбыт открыл новый центр обслуживания клиентов. Создан он с учетом передового опыта и, по сути, представляет собой энергетический супермаркет. Одним из первых посетителей стал мой коллега Тарас Степаненко. Проблема всех коммунальных платежей – очереди. В новом центре Курскатомэнергосбыт обещает беречь время своих потребителей. А их почти 500 000. Жители областного центра, организации, предприятия. Фронт-зона достаточно удобная, в новом центре обслуживания клиентов кассы достаточно удобная, электронная очередь, то есть даже в самые пиковые моменты, они у нас наступают тогда, когда потребитель наш получает квитанции, это примерно там 15, 25, 26 число каждого месяца, здесь не будет толчи, не будет очередей. У Курскатомэнергосбыта похожие центры обслуживания есть в каждом районе. ЦОК на улице Энгельса, 134 в Курске, 29 по счету, самый современный. Центр очень красивый, большой, светлый в стране, в Центральном федеральном округе. Я еще раз повторяюсь, только в Мосэнергосбыте нам могут быть конкуренты. Это очень высокая планка. Уже сегодня в центре можно платить не только счета за электроэнергию, но и за услуги водоканала, заключить договоры, получить целый веер энергоуслуг. А это нужно нашему человеку. И вот сегодня мы видим прекрасный такой вот комплекс, который отвечает всем современным требованиям. И сегодня я думаю, что мы в этом комплексе не просто здесь вот устроим платежи, чтобы население, а здесь, я думаю, что мы в скором будущем или в скорейшем будущем мы здесь решим проблему по выпуску одной единой квитанции. Центр создан с учетом мирового опыта. Есть детский уголок, места ожидания и энергетический супермаркет. На прилавках качественная продукция в основном российских предприятий. Когда вы идете платить за электроэнергию, вы можете сразу же приобрести прибор учета, если он уже вышел из строя, или сделать поверку, заказать приборов учета, купить там кондиционер, бойлер, все, что связано с электроэнергией. Это наша стратегия. Очень удобно зашла заплатить и увидела, что продается дополнительное оборудование, вот, а как раз домой необходим удлинитель, заодно и прикупила. Новый центр обслуживания клиентов ОП «Курскатомэнергосбыт» расположен по адресу улица Энгельса, 134, что напротив городской налоговой инспекции, и уже приступил к работе. Тарас Степаненко, Геннадий Воробьев, телеканал «7».